Я еще раз хочу сказать, что я удовлетворен, и мне очень приятно, что мы с Ильхом Гейдаровичем на одной, как говорится, на вашем языке, волне. Я еще раз рад сегодняшней нашей встрече, удовлетворен. И я всем желаю, чтобы нашим азербайджанским друзьям, чтобы больше мы встречались, а наши встречи с уважаемым Ильхом Гайдаровичем, они дадут только положительный эффект наших договоренностей, и они будут решаться. И со своей стороны я хочу сказать, что вот средства массовой информации должны знать, что я с удовольствием всегда принимаю и с удовольствием воспринимаю каждую встречу нашу, потому что результат от этого очень огромный. Я на Бармата Кетта Рахмат Слайга. Сах Саламат Бурмин. Пройдет, Ильхом Гейдарович, немного времени, нам переводчики или уже на двух языках здесь не надо будет говорить. Я думаю, у нас корни одни, и мы будем на общих языках говорить и друг друга. Я, Ильхом Гейдарович, я вам хочу искренне говорить. Я его прекрасно понимаю, когда он на азербайджанском говорит. И Ильхом Гейдарович мне говорит, что на узбекском, когда я говорю и выступаю, он сам это говорит, я полностью я понимаю. Так что это говорит о многом, что мы должны это знать, ценить, любить и продвигать. Катарахмасларин.